сапиарные фигуры. Там, кто там ни разу не был, конечно, приехал в Дюкюри из Кении. Там начиная от слонов, заканчивая жирафами, носорогами, медведями, оленями, то есть все, что можно поставить, там на этом скелете находится. Ну и в данном случае рядом территория, в общем-то, немаленькая, на которую планируется установить скульптурные композиции, опять же, в виде там наших драконов, трехголовых, там, Кощеев, царства, где-то бабы-яги со всякими курьими, курьими ножками. Кроме этого, элементы городской среды, там мостики, лавочки, там площадки, все они сделаны в одном скульптуре. Даже светильники и скамейки все они сделаны в сказочном виде. То есть попадаешь в Бельгию, в Сакс.